В Оренбурге стало на 136 управленцев больше. Оренбургский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы выпустил первых бакалавров. За 17 лет работы это первый подобный опыт. Безусловно, бакалавры – это уже другая несколько подготовка, которая претендует на то, чтобы мы формировали у них некие компетенции. Не просто обогащали их знаниями, а формировали практические навыки. 3,5 года за партами сидели люди, чьи профессиональные навыки ни у кого не вызывают сомнений. Ведь для всех них это второе высшее образование. И главная цель – углубить знания и сделать работу более качественной. Если до этого я работал в коммерческой организации, и первое образование у меня инженер-механик, то в данном случае, чтобы эффективно управлять, конечно, надо иметь определенные знания, базу. Из 136 дипломов 14 красных. Поздравить лучших приехал министр образования Вячеслав Лабузов. На его взгляд, эти специалисты всегда будут востребованы. В нашей области 568 муниципальных образований, и всем им нужны грамотные управленцы. Сегодня на любом уровне требуются экономические знания, правильное управление, разумеется, знание тех законов, по которым живет Российская Федерация. Алина Льбукаева, Роман Боричев, Новости дня.